И снова всем здравствуйте. К черемушке подошел вот постоять под ней маленько. Тут такой духмяный запах, вообще труба. Погода пасмурная, а она прет. Нюхайте, у кого нет черемухи. Ой. Вообще, короче, что это труба делает. Вот такие здесь черемахи. Колючка, репешок, лопух прошлогодний. Я на речку ходил, там ничего не интересного нет, вода большая, правда. Речку коммунарку подперла чуть-чуть, но не критично, вот так вот подперла. Но это фигня. Она в свое время была. Вон где помойка насыпана. И ведро лежит вот до сюда, стояло шапкой. То есть глубина была по караулу. Вот такие делишки. Рядом, там он той. Все рядышком. Там дома. Улица идет. Весна в полном разгаре. Сейчас морозы начнутся, как всегда. У нас же так. Вот такие вот здесь, что я не понял, поверга или вишни. Ну что-то одно из двух. А вот тут черемушка как цветет, посмотрите. Посмотрите, люди там. Еще лучше. Не плюхнуться бы плавить в лужу. Вот как вот она. Бузует в полный рост. Не надышаться. Вот сейчас свет-то собирать. Черемушки. Кому надо. Не ленитесь только. Хоть в чаек, хоть куда. Ну все. Вот так вот. Здесь у нас. Там вон лягушки прыгают, какие-то живности, черемуха. Ну все, валим отсюда. Фух. Тут частный сектор. Все, всем пока.